А перед началом данного видеоролика я бы хотел бы вас попросить подписаться на канал Супер Дизель. Здесь вы найдете много разных плюшек по Майнкрафту, а также вскоре и другим играм. Заходите, подписывайтесь и лайкайте. Доброго времени суток, дорогие подписчики, просмотрители, развлекательный канал Джекпот 3D, с вами Рошан, и сегодня мы поиграем в Five Nights at Freddy's 2. Вторая ночь, извините, что давно не снимал Five Nights at Freddy's. Просто там сохранение, у меня не сохранялась игра, сейчас попробуем, мы играем во второй ночи, и она самая страшная, потому что сегодня к нам уже поедет в гости милый наш Фокси, которого надо тратить много света. Все, нам звонит милый наш друг. Смотрим, наслаждаемся игрой. И сразу предупреждаю, я, возможно, не буду особо пугаться, потому что на телефоне я все 5 ночей прошу, где-то за 2 дня. К тому же мы все знаем, что на компьютере менее страшнее. Слушаем нашего друга, который нас пригласил. Шучу, это лишь начало. У меня держится нормальный FPS, 30 FPS. Такого у меня редко бывает на компьютере. То есть эта игра у меня держится где-то 30 FPS. Скоро уже выйдет третья часть, там полная мочила, там придется бегать нам просто с телефоном, это вообще пипец. Так, посмотрим. На Фокси надо света. Если кто не знал. Так, он на месте пока. И, кстати, ребят, извиняюсь, что в предыдущей серии я тупил. Оказывается, не надо тыкать, надо зажать эту кнопку. Я извиняюсь за это. Опа, лис пошел. Второй лис. Ну, в принципе, логично, уже первый час. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Все, Фокси пошел. Не Чика, кстати. Тихо-тихо-тихо. Братюня, тихо-тихо-тихо-тихо. Музыка страшная заиграла. Все, Фокси. Да? Или кто-то другой? А сейчас нет. Не, сам Фредди пошел, кстати. Неожиданно так. Сейчас поговорим с ним по душам. Как мед, как жена, братюня. Стоишь там в темноте. Ой ты, господи, ты же тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ушел ты? Ну давай, свет вырубайся, а то там Фокси уже заждался. Нет, это Фредди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, еще стоит. Зараза какая. Ой. Хе-хе, забыл. Да ладно. Только не клоун, пожалуйста. Да ладно. Сейчас меня шугнут, да? Да, шугнут. Два раза подряд уже. Заяц. Ну, заяц, погоди. А вот и Фокси, наш дорогой Фокси. Ох ты, блин. Дорогой Фокси, ты ушел, да? Накручиваем, накрутка, накрутка. Да, ты ушел, дорогой мой товарищ. Уже 3 часа, ты ушел, пришел Фредди, ё-моё. С неистовым голосом. О, кто-то лезет к нам еще по вентиляции. Просто вы меня зажимаете, братюня. Давай. Да ладно, только не хай. Вот только не говори, что он уже тут. Ненавижу Хая. Он вырубит мне свет.
А еще он меня шугнет как следует. Да ладно, ну не надо так, а? Вот не надо так шутить, Фредди, не надо. Ой, твою мать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эй! Блин, не то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да ладно. Не, только не Фокси, пожалуй. Фокси, 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 Фокси. Да ладно. Нет, нет. Пожалуйста, не надо, не надо. Вот не надо надо мной так издеваться. Кто-то лезет. А, нет, это Чика. Все, прекращаем таким голосом говорить, потому что мне страшно. Потому что она ходит. Ух ты, Мангли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И Мангли ушла. О, нет, заяц. Раз, два, три, четыре. А, все, заяц пошел. Давай, уходи, мой милый друг. Вчера хотел заснять видео, кстати, War Thunder. Да ладно. Фокси, да? Фокси, да? Да-да-да. Нет, не на... Нет, не Фокси. Пока есть шанс. Быстро все. А, не, Мангли, 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 Мангли. Накрутка, накрутка. Вот не надо, вот не надо таких звуков, пожалуйста. Мой дорогой. Не надо, вот не надо таких звуков. Вот не надо, пожалуйста. Шучу. Не надо, море. Вот 5 часов, вот сейчас Фокси либо напрыгнет, либо еще кто-нибудь. Либо в хай этот дурацкий Биби, как его там, вот, Биби. Фредди, ну конечно, надо уже всей компании сюда пришли. Алкашня тупая. Ладно, шучу. Разошелся. Просто если в школе, блин, 5 ночей прошел, орал просто отчасти. Потому что я поставил рекорд, я первый в своем. Да ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ушла. А Фредди подошел, да? Да? Да, Фредди подошел. Нет, стоит плохо. Ну вот, я в классе первый прошел 5 ночей на телефоне. Но я, в принципе, единственное, не играю на телефоне. Все. Yes. Yeah, what the fuck, bitch. Все. Всем... Сейчас я скажу вам, что надо сделать. Ну что ж, друзья, я хотел бы вас отблагодарить за то, что вы зашли, посмотрели этот видеоролик. Мне было уже намного страшнее, у меня сейчас холодные руки, но, возможно, я просто замерз. Первую серию вы можете посмотреть тоже у меня на канале. Еще посмотрим, где она. Вот она, неделю назад снимал, большое переоткрытие. Но я надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, хороших оценок в школе. Всем пока.